Здравствуйте, с вами Антон Питайкин. А вы знаете, что кинематограф начался не только благодаря братьям Люмьер? Днем рождения кинематографа считается 28 декабря 1895 года. В этот день в парижском кафе на бульваре Капуцинок состоялся первый публичный платный кинопоказ фильмов братьев Люмьер. Зрителю было продемонстрировано 10 фильмов продолжительностью около 1 минуты. Причем среди них была и первая постановочная картина «Политый поливальщик». А вот самый известный фильм Люмьеров, наделавший много шума, «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», был показан лишь в 1896 году. Справедливости ради следует сказать, что сконструированный Люмьерами синематограф не был первым киносъемочным аппаратом. Еще за 7 лет до него Луи Лепрен снял на кинокамеру фильм «Сцена в саду Раундхей» длительностью 1,66 секунды, но не получил патент, так как внезапно исчез. Уильяму Фрисгрину получить патент удалось, но затем он был аннулирован из-за финансовой несостоятельности изобретателя. В лаборатории Эдисона в 1891 году создали и запатентовали кинетограф, который был технически хорош, но демонстрировал фильмы только одному зрителю через окуляр и в итоге проиграл синематографу, проецировавшему ленты на экран для нескольких человек. В общем, теперь вы знаете, что Луи и Огюст Люмьеры оказались талантливее, удачливее и предприимчивее, и по праву считаются родоначальниками киноиндустрии. Не знали? Теперь знаете. Утро на Елисее.